Рада приветствовать всех на моем канале. И сегодняшнее видео будет небольшим и посвящено вот такой маленькой миниатюрной мазевалии. Мазевалия остеотрича. Надо же, такое красивое название у нее. Эта мазевалия расцвела у меня впервые. Покупала я ее цветущей в ноябре. Покупала я в теплице в Бельгии. Если кому-то будет интересно, я дам, где можно такую купить. Дам ссылочку. И хотела бы рассказать немножко про вот эту малышку. Эта мазевалия, как мы видим, очень маленькая. Она не имеет запаха. У нее имеется вот такой, посмотрите, какой красивый цветок. Он желто-розоватый такой. На камере он более приглушенный. На самом деле он более желтый. Имеет толстые листья. И что можно судить, что мазевалия не любит, чтобы она была залита. Она любит небольшие просушки, но не до конца просушки, но чтобы все-таки просыхала немножко земля. Я вот эту мазевалию поливаю поверху, очень редко проливаю. Она очень любит и очень хорошо отзывается на удобрение. Растет она медленно. Эта мазевалия приехала к нам из Перу. Она, когда распускается, это вообще что-то нечто. Сначала она была похожа действительно на гуся. Сейчас это что-то иное. Сердцевинка имеет такие чешуечки, если рассматривать очень близко. И сейчас я покажу, как происходит бутонизация. Вот если мы увидим, вот здесь вот в пазухе листа образуется такой карманчик. И не сразу после того, как вырастает лист, через какое-то время появляется вот такой бутон, который развивается уже потом вот в такой полноценный цветочек. И что я хотела рассказать еще про нее, что это мазевалия теплолюбивая, поэтому ей не нужно перепады температур, ей не нужно ну вот что-то такое особенное, она прекрасно будет расти в квартирах, если вы предоставите ей достаточное количество света. Она светолюбивая, но не любит солнце. На солнце ее листики могут обгорать, поэтому у меня она стоит в полной тени, но она такая, тень как бы яркая. Здесь не попадает никогда солнце, только зимой, очень мягкое солнце. И поэтому я ее берегу от солнца. Вот как мы видим, здесь еще у нее развиваются два цветоноса. Цвести она может любое время года, когда ей надо. Ну, конечно, это больше лето, потому что это теплолюбивая мазевалия. Зимой она вот у меня стоит до 18-16 градусов, а потом она уже переходит у меня в содержание квартиры. Вот о такой красотке я хотела рассказать. Этот кустик совсем маленький, и посмотрите, уже он дал такой смешной цветочек. Очень необычная. На блоке я не знаю, как она бы росла у меня, но вот моя недифика, она прижилась очень хорошо к блоку. И мне кажется, это тоже возможно посадить на блок. Сейчас она сидит у меня, значит, кора довольно крупная, не совсем мелкая фракция, и перлит, все, больше ничего там нету. И наверх я положила немножко мха. Спасибо за просмотр, я желаю отличного настроения. Хорошего дня и увидимся. До встречи. Пока-пока.